Я хочу показать вам разницу между рису и светом. Это первый сорт, который у нас выложен на сайте. Это второй сорт. Ну, единственное, что тоже у них формат у нас есть сейчас А4 второго сорта и А5 первого сорта. У обоих пластик. То есть это не как на других магазинах, где может быть сверху наклеена тоненькая пленочка, которая буквально через 2-3 применения у вас отойдет от доски. Что и в первом сорте у нас, что и во втором сорте у нас чистые куски пластика. Вот это видно. Но здесь, в первом сорте, почему мы его назвали первым, потому что он и стоит дороже чуть-чуть. И доска сама выполнена более качественно. Она вот, смотрите, даже гнется. Видите? Ничего и с ней не будет. То есть, ну и она и потоньше, сам пластик. Здесь она как будто на какой-то воздушной подушке еще, но все равно пластик. То есть нет наклеенного слоя. Это первый сорт. Это второй сорт. Оба хорошие, но первый лучше. Ну и немножко отличаются вложения, то есть здесь вот домик, трафарет и кораблик у второго сорта, ну именно в А4. И инструкция тоже есть, да, на русском языке. Здесь такие две наклейки, наверное, две, да, почему-то две, для обратной стороны. Тоже две ручки, ну и трафареты. Но это трафареты для А5. В А4 и в А3 они тоже другие. И там по две ручки. Так, мы попробуем. Запечатали так. Попробуем нарисовать на первом сорте. Даже при свете видно. Ну вот. И на втором сорте. Ну, вот здесь тоже уже почти рисуночек пропал. Так вот, покупайте, в общем, первый сорт и второй сорт.